Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Съешь меня. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Ой. Куда едем дальше, малыши? Туда или туда? А давайте поедем обедать. Не хочу обедать. Опять макароны? Мы уже обедали вчера. Куда же тогда поехать? Может, в магазин? А что это магазин? Магазин – это такое полезное место, где можно купить всякие продукты. В магазин хочу! Оп, да! А! Магазин! Станция «Магазин». Магазин! Ух ты! Угу. Можете найти здесь овощи для салата. Огурец, помидор. Вот. Огурец, помидор и салат. Берем. О, морковка. Морковный суп на первое. Совсем неплохо, верно, малыши? Курица и рис на второе. Очень вкусно. Смотрите-ка, у нас тут целое меню на колесах. Меню – то, из чего получается обед. Нет! Не получается! Нюшенька, мы забыли десерт. Что же делать? Вкусное меню! Я груша, съешь меня! А когда у нас обед? И правда, когда? Сейчас! Поехали! Станция обед! Молодцы, малыши! И руки помыть не забыли. Приятного аппетита! Обед. Куда это вы идете, малыши? Скоро обед. Будем готовить! Мы с утра уже успели потрудиться, порезвиться, полениться. И теперь настало время, и теперь настало время подкрепиться. Даже строгий привереда знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное обед. Это главное обед. Так, и что же у нас сегодня на обед? На первое – овощной суп. Называется «Мечта пандочки». Рыба и пюре! Во! Это на второе! И еще компот с ягодками от Нюшеньки на десерт. Даже шустрый непоседа знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное обед. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное обед. Это главное обед. По дороге. О!
Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! А мы сегодня на улицу не идем. Нам и дома хорошо. Нехорошо! Можно поиграть в улицу прямо здесь. Да, здесь! Здорово! Не надо на улицу! На улице ничего нельзя. Это асфальт, ага. Эй, малыши, зачем вам мой любимый шарф? Это же газон. Вот, машина на дороге. Там ходить нельзя. Да, барашек, по проезжей части ходить нельзя. А по тротуару можно. Убегать нельзя. Нельзя, а гулять за ручку можно. Но через дорогу все равно нельзя. Пожалуйста. Ай да крошек. Иди, барашек. По пешеходному переходу и на зеленый свет можно. Давай рассказывай, что еще нельзя? Прыгать нельзя, по лужам вообще-вообще. И камешками тоже, кидаться нельзя. С собачками нельзя. Какой же ты молодец, барашек. Все правила знаешь. С чужими собаками и правда играть нельзя. Тут я с тобой согласен. А с остальными твоими нельзя. Можно что-нибудь придумать. Да, малыши? На площадке можно прыгать! А что будем делать с камешками, малыши? Камни кидать нельзя, ни за что! Кидать нельзя, а собирать можно! Вот видишь, барашек, даже камешки... Ой, а где барашек? Жду вас, жду! Идемте на улицу, дождик уже кончился! И правда, бегом гулять, малыши! Заодно и правила повторите. По дороге. Безопасность на улице. Идем на улицу, барашек. За ручку. За ручку. Мы пойдем на улицу, на улицу, на улицу. Будем вместе осень мы встречать. Буду умницей на улице не буду папу с мамой огорчать. Я по улице хожу, маму за руку держу. Я по улице хожу, папу за руку держу. Малыши, а вы знаете правила поведения на улице? Да! Ходить по улицам можно! Убегать от мамы нельзя! Переходить дорогу на красный свет нельзя! А на зеленый можно! Будем нарушать правила? Нет! Какие вы у меня молодцы! Да! Сколько много разного на улице прекрасного, и все спешат, 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 спешат. Но много разного на улице опасного, поэтому от мамы не на шаг. Я по улице хожу, маму за руку держу. Я по улице хожу, папу за руку держу. Дойдем до детской, до площадки. Тут у нас уже друзья, свои порядки. Тут у нас уже свои порядки. Апчхи. Будь здоров! Я не чихала! Я не чихал. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Что случилось? Кажется, кто-то заболел! Ничего страшного, пройдет. Что вы собираетесь делать? Собираемся в
Лечите Ленуку. Ага, заболел бедняжка. Ой, вот, одеяло. Чтобы укрыть больного. Здравствуйте, я врач. Вы меня вызывали? Нет, не вызывал. Я вызывал. У нас заболел Зеленука. Он гулял по лужам и простудился. Так-так-так. Дышите. Не дышите. Да, больной, вы очень зеленый. Вас надо срочно лечить. Ага. Ой. Нет, потом. Вот, больной, вам нужно выпить лекарство. А еще нужно выпить чаю с медом. Зеленуки? Вам. А Зеленок уже здоров. Спасибо, малыши. Я все понял. Буду лечиться. Я болею. Кажется, я заболел. Малыши, нам нужен врач. Я болею, я болею, притворяться не умею. Я болезнь свою лечу и поправиться хочу. Я болею, я болею, уходи, болезнь, скорее. Надо мне лекарство съесть, сразу я поправлюсь весь. Раз сиропчик, давай пипетка, и здоровой будет детка. И еще немножечко за здоровье ложечка. Ой, апчхи! Ой, апчхи! Ой, апчхи! Ой, апчхи! Сунем градусник под мышку, и поправится малышка. Все болеют иногда. Это право? Не беда. Раз сиропчик, два пипетка, и здоровой будет детка. И еще немножечко за здоровье ложечка. И еще немножечко за здоровье ложечка. Герой. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Так, дайте угадаю. Повар, врач, портниха, строитель. Вы играете в город профессий. Да. А где же Крошик? Я здесь. Ой. Здравствуй, Крошик. А кем же ты у нас работаешь? Героем. Здорово. А чем занимаются герои? Герои защищают. Ой-ой. Ха! Ёжик, давай играть в героев. Это как? Я, герой, буду защищать город от тебя. Ой, от меня не надо. Я полезный. Я домики строю. Ха! Ой, моя пуговичка! Ой! Не ушибся? Болит? Не, не болит. Хорошо. Тогда займусь больными. Играть в больницу скучно. Давай лучше в героев. Крошик, я врач. Я должна лечить. Спасибо. Нюшенька, а ты будешь играть в героев? Портнихи не играют, портнихи шьют. Хочешь, но и зря. Новый плащ. Ой,
Барашек, давай играть в героев. Не, мне нужно обед готовить. Не расстраивайся, крошек. Лучше посмотри, какие у всех нужные профессии. Ненужные. Это герои нужные. Лучше бы со мной играли. Ой. Где болит? Вот, попей. Спасибо. Спасибо большое. Удивительное дело. Строитель, врач, повар и портниха помогли нашему герою. Спасибо. И герой им тоже поможет. Герой! Супершофер! Врум-врум-врум-врум-врум! Хорошо, когда твоя профессия приносит пользу и радость и тебе, и твоим друзьям. Профессии. А куда это идут малыши? Работать! Пирожок сам не печется, паровоз не ездит сам. Дом, в котором нам живется, сам не вырос к небесам. Кто-то строил, кто-то ездил, кто-то отправлялся в путь. И когда ты будешь взрослым, тоже станешь кем-нибудь. Может, станешь поваром? Поваром, поваром! Чтобы все на свете было вкусно. Или даже клоуном. Клоуном, клоуном! Чтобы никому не стало грустно. Может, храбрым кучерявым моряком. Представляешь, я с одним таким знаком. Может, доктором. Я! Учителем. Я! Строителем. Я! Водителем. Я! А может, самым главным лесником. Я! Может, станешь поваром. Поваром, поваром! Чтобы всем на свете было вкусно. Или даже клоуном. Клоуном, клоуном! Чтобы никому не стало грустно. Может, храбрым кучерявым моряком. Представляешь, я с одним таким знаком. Может, доктором, учителем, строителем, водителем. А может, всеми сразу целиком. Если трудно, братцы, выбрать из предложенного. Можно стать веселым продавцом мороженого. Ура! Изобретатели. Так-так, кто это здесь у меня хозяйничает? Я! Мы! Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! А что вы здесь делаете? Изобретаю. О, я тоже хочу! И я! Можно мы тоже будем изобретать? Конечно, можно! А я уже изобрел пеналку! Никак? Никак! Доставалка нужна! Ух ты! Хорошая доставалка! Это я сам придумал. Ну, малыши, настоящие изобретатели. А ежик что же? А у меня вот коробочка и дырочки. Как думаешь, для чего? Чтобы гудеть. Гудеть? Это как? Вот так. Что это у тебя? Гуделка. Нет, это гляделка. А если еще подумать? Держалка для моей пеналки. И для доставалок. Готова держалка. Да уж, держалка, что надо. Но кажется, чего-то не хватает. Еще одна дырочка. То-то и оно, малыши, вы на пороге большого изобретения. Надо только найти, для чего эта дырочка. Я найду! Я! Вот, для карандаша. Ой! Робот! 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 Пеналки — это ноги! Да!
доставалки – это руки. Гуделка – это туловище. А голова – это голова. Верно, малыши. Руки, ноги, туловище и голова. Получился робот. А давайте изобретем ему леталку. И махалку. И бодалку. Ну, изобретатели. Хорошо у них головы работают. Схема тела. Палка! Палка! Огуречек! Получился человечек! Это ножки, ими топаем. Это ручки, ими хлопаем. Это глазки, ими мы глядим. Это зубки, ими мы едим. Вот такое наше тело. Удивительное дело. Вот такое наше тело. Ох, удивительное дело. Голова. Лицо. Волосы, шея, туловище, грудь, рука, плечо, ладонь, живот, пупок, нога, колено, пальцы, фу, а хвостик? А хвостика нет. А у меня есть. Это ножки. Ими топаем. Это ручки, ими хлопаем. Это ушки, ими слушаем. А живот, в него мы кушаем. Ну а попа? Это попа. Попу тоже нужно знать. Попа, чтобы танцевать. Попа, чтобы танцевать. Няни. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Ого, сколько ты воды выпил. Да, мы с мячиком любим пить. С мячиком? Вот, мячик тоже пьет. Удивительно, и правда пьет. О, пойду к Нюшеньке, будем мячик нянчить. Привет! Ой, кто это? Мячик! Он знает, что делает? Писает! Ой! Ой-ой-ой, малыши! Мячику срочно нужен горшок! Этот горшок слишком большой. Потерпи, пожалуйста. А этот слишком маленький. Да, нужен удобный горшок по размеру. Теперь в самый раз. Молодец, барашек! Молодец, мячик! Ох! Ой! Ох! Вот! Ой! И Нюшенька тоже молодец! Все молодцы! Такое важное дело сделали! Совсем как взрослые! Приучение горшку. Что это? Это горшок.
у поэта нынче шок. Вышла песня про горшок. Развеселенький стишок про зелененький горшок. Если ты от пола три вершка, никуда тебе, дружочек, без горшка. Неуместны тут смешки, неуместны тут смешки. И да здравствуют горшки! Малыши, что мы делаем, если хотим в туалет? Достаем горшок! Снимаем штанишки! Писаем! Надеваем штанишки! Моем руки! А я еще сам выливаю горшок в унитаз! Какой же ты молодец, крошка! За окном летит снежок. Хорошо! А мы сядем на горшок. Хорошо! За окном кружит пушок. Хорошо! А мы сядем на горшок. Хорошо! Если ты от пола три вершка, никуда тебе, дружочек, без горшка. Неуместны тут смешки, неуместны тут смешки. И да здравствуют горшки! И да здравствуют! Кубик. Здравствуйте, девочки. Добрый вечер. Какие же вы умницы! И зубы почистили, и умылись перед сном. Ага, и игрушки убрали. А теперь Паюшки. Ой, кубик остался. И куда его теперь? По ночам кубикам тоже нужно спать. Будешь спать со мной. А где же спят кубики? Цветочек спит в горшке. Цыплята спят в гнезде. А киты в воде. Кубики. Так вот, где ты спишь? В коробке. Верно. И если аккуратно сложить кубики, в коробке наверняка и нашему найдется место. Спокойной ночи. Как же хорошо, когда и у малышей, и даже у маленьких кубиков есть свое уютное место для сна. Сон в своей кровати. Пандочка, а ты знаешь, какая кроватка твоя? Ха-ха, конечно! Вот она! У тебя твои игрушки, чтобы весело играть. У тебя твоя одежка, чтобы круглый год гулять. И, конечно, мой малышка, чтобы сладко-сладко спать. У тебя твоя волшебная кровать. Потому что от весны и до весны в ней живут твои цветные чудо-сны.
добрых снов. У тебя твоя тарелка, чтоб вкуснее было есть. И еще твоя расческа в нашем доме тоже есть. И, конечно, мой дружочек, чтоб во сне тебе летать, у тебя твоя волшебная кровать. Потому что от весны до весны в ней живут твои цветные чудо-сны. Смешинка. Здравствуй, барашек. Чего нос повесил? Здравствуйте. Вот, я клоуна собирал, а он сломался. Привет, барашек! Ой, а что это с барашеком? Барашеку грустно. Грустно? А я тебя развеселю! Вот! Почитаем веселую книжку. Корова, корова поет. Нет, кошка мяукает, а корова му-му, му-му, корова му-му. Похоже, книжка немного сломалась. Ничего, тогда мы чего-нибудь веселое нарисуем. Ушибся. В порядке. Барашек, ты чего? Крошек, да это же ты и меня, и барашека. Ух, как рассмешил. Рассмешил? Ага, ты с коровой так. Она мяу, мяу, потом краски. Вжух, я индеец, и ягодами так. А теперь вот. Как же здорово, когда рядом есть верные друзья, способные рассмешить и поднять настроение. Смешно и не смешно. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики-кем. Пара-ра-ра. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики-кики. Мы проснемся. Засмеемся. Сполоснемся. Засмеемся. Мы споткнемся. Улыбнемся. Улыбнемся до ушей. Вот так. С утра смеяться. Улыбаться. Не бояться. Право я не знаю, братцы. Это тайна малышей. Это карапуля. И ест он муфрышки. Живет в колобуньке. И любит веселиться. Если вдруг кому-то больно и обидно, то смеяться нам над этим очень стыдно. Столько разного смешного есть вокруг. Выбирай себе по вкусу, милый друг. Да-да, похохочем. Похихикаем, погогочем. И пофыркаем. И покатимся от смеха. Вот потеха. Вот потеха. Вот потеха. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики, да. Замок.
Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Вот замок делаю. А можно в нем поиграть? Играйте, конечно. Чур я принцесса. Да. А я буду... Ой. А замок-то полон опасностей, да, ежик? Я знаю, кем я буду. Не бегай. Не прыгай. Ежик, ты чего? Не найдешь, не найдешь. Опасный сундук. Я не мешаю, я защищаю принцессу. Я рыцарь. Рыцарь? Здорово. Я тоже всегда защищаю девочек от опасности. А меня не надо защищать, я сама. Ну и ладно. Пандочка, что случилось? Кажется, я застряла. Что? Ёжик, ты настоящий рыцарь. Спасибо, ёжик. Пожалуйста. Ёжик, пандочка, может, вернете мебель в замок? Пандочка, я буду безопасной принцессой, обещаю. Теперь я совершенно спокоен. С таким рыцарем наша принцесса в безопасности. Безопасность дома. Крошек, это опасные. На плите стоит кастрюлька, а в кастрюльке буль-буль-буль. Булька-булька, булька-булька, кипяток. Удираем со всех ног. Кипяток всегда сердитый, ой, к нему не подходи ты. Есть на кухне мистер Нож, ты его дружок. Не трожь этот самый мистер Нож, на драконий клык похож. Он работник распрекрасный, но в руках твоих опасный. И еще должны все детки знать, что в доме есть розетки. Их не трогаем рукой, там живет ток-токыч злой. Если кто его тревожит, рассердиться токыч может. Так что даже дома-дома, где все вроде бы знакомо, надо твердо знать, друзья, что нам можно, что нельзя. Барабанщик. Доброе утро, крошек. Привет. А что, все еще спят? Спят. А ты чем займешься? Я буду играть. Ой, крошек. Уже все? Нет, сейчас еще громче будет. Крошек,
Может, ты играешь слишком громко? Громко и весело, правда? Не весело. Не нравится мой барабан? Он слишком громкий. Вот, так не громкий. Так неинтересно. И что теперь будете делать, малыши? Давайте делать зарядку. Ой. Ой. Надо делать вместе. Так мы и делаем. Но у нас не получается. Да? Наоборот, тихо. Мы там зарядку делаем. И вы нам нужны. С барабаном. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Замечательно, малыши. Видите, как барабан пригодился? Ага, хороший барабан. А еще с барабаном очень весело маршировать. Да, на завтрак. Завтракать! За мной! Марш! Плохо, когда громкий барабан кому-то мешает. И здорово, когда помогает. Громко и тихо. Привет! Барабан бьет громко очень. Бом-бом-бом. Громко в тучи гром грохочет. Бом-бом. Бум, громко в тучи гром грохочет, будто кто-то там хохочет. За окном даже бодрых два козла. Хрясь! Просто в шутку не со зла. Хрясь! Очень громко лбами крепкими столкнулись. У козлов на лбах шиши, а вот наши малыши крепко спали и от шума не проснулись. Еще громче, еще! Тише, совсем тихо. Тихо тикают часы, тик-тик-так. Тихо кот урчит в усы, тихо так. Тихо кот урчит в усы, малыши сопят в носы. Тихо в такт, а комар устал летать. Не уснуть ему, видать. Пи! Хоть он очень тихо плакал и нудил, а в итоге всех малышек разбудил. А в итоге всех малышек разбудил.